Артемовский городской округ всегда считался районом с развитой промышленностью. ЕРЗ, АМЗ-Винтпром и БМЗ продукцию этих заводов ценят далеко за пределами Урала. Но не стоит забывать, что в Артемовском также есть изготовители сельскохозяйственных товаров, готовые представить свою продукцию на суд широкой публики. На днях городская площадь Советов стала местом встречи ценителей натурального продукта. Здесь прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка, на которой в большом ассортименте были представлены товары домашнего производства – мед, орехи, ягоды, цветы и саженцы. Преимущество таких мероприятий в том, что у горожан есть возможность приобретать товары без торговых наценок с гарантией свежести.